На этом полигоне ровно все то, что на землях сельскохозяйственного назначения быть не должно, говорят сотрудники Россельхознадзора. А именно, стройматериалы, следы бетона и кирпича, плюс куски шифера. Проще перечислить, чего тут нет. И все это в Дубровичах, на землях сельхозназначения. Собственник земельного участка неоднократно привлекался к административной ответственности, выносились ему предостережения по факту контрольно-надзорных мероприятий. В результате чего он совершал все-таки некоторые действия по устранению загрязнения, то есть захламления земельного участка. Однако через некоторое время захламление твердыми бытовыми отходами, строительными отходами, опять же, приобретал данный вид, который сейчас есть. Обнаружили эту свалку 4 года назад. Ее площадь порядка 7 тысяч квадратных метров, говорит инспектор. И добавляет, что за все это время она только разрастается. То есть ведомство пишет хозяину земель предостережение, а документ этот носит рекомендательный характер. Сейчас вопрос по этой свалке все еще открыт. Предостережение у хозяина с лихвой, говорит инспектор, но ВОЗ и ныне там. Был даже разработан проект рекультивации земель, то есть документ, в котором расписаны мероприятия по восстановлению плодородия почв после привезенного сюда мусора. Тем не менее, практически все эти 4 года свалка оставалась в своем первозданном виде. Груды строительного мусора на 7 тысячах квадратных метров земель сельскохозяйственного назначения.